Daí Ixi. ebala закрывает волосы. Смотри, волосы. Мне не нравится, нравится? Мне нравится. Я вообще просто не видела такой пение. Ты видишь, как он тёлочку сделал так? Но да я... классно, да, ну, нормально. Это с эффектами он или... Ну, в смысле, обработанная, да. Какая бровь у него? Нет, ну, не, мне не нравится. Ну, фильм мне нравится, или нет. Ну, ты вот по сравнению, знаешь, ты некоторые... Некоторые, знаешь... Слушай, я вообще рэп ненавижу. Ну, в смысле, я единственный рэп, который воспринимаю, это Оксимирон, всё. Ну, а я вот люблю такие сопли, это типа Депо Калибри, что-нибудь такое. В смысле, типа он классный, что он в очках рэп читает, как репак. В смысле, типа классные косики вот так делают? Ну классно, молодец. Нет, такое себе. Ну ты просто не любишь рэп, кому вы вообще показываете? Мусульманка моя. Мусульманка моя. Тёлочки в платочках, он в хиджабе, всё, классный. Классно, он как... Давай начнём вот с видео. С тебя, начнём. Ну, видео такое, пойдёт. На самом деле, я... Ну, он вообще, если профессионально этим занимается уже давно, то я скажу, что это... Ну, как бы, он же не звезда, но к звезде он вообще очень, на самом деле, близко. Мне нравится, как он исполнил, и качество видео, на самом деле... Нет. Нормально, нормально. Ну, в смысле, что там слова да были? Да просто это на любителя. Кто-то любит рэп, кто-то не любит. Ну, в смысле, мне рэп. Слова не понравились. Они были такие слишком вот эти на поверхности. А мне нравился голос, как он, допустим... Ну, сладенький, голос сладенький, как да. Как он им играл, это вообще да. Шикардос. Пойдёт. Класс.